Запасы газа в Украине упали ниже 10 миллиардов кубов. В последний день зимы из хранилищ было отобрано 115 миллионов кубов газа. В целом с начала отопительного сезона запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 41,2%. Украина вошла в март 2018 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 9,98 миллиардов куб/м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в пятницу, 2 марта. В последний день зимы из хранилищ было отобрано 115 миллионов кубов газа. В целом с начала отопительного сезона запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 41,2% или почти 7 миллиардов куб/м. Заполняемость ПХГ, которые являются крупнейшими в Европе, составляет 32%. Отметим, что в феврале из хранилищ было поднято 2,53 миллиардов куб/м газа, в январе 2,18 миллиардов куб/м, в декабре 1,43 миллиардов куб/м, в ноябре 0,74 миллиардов куб/м, в октябре 0,12 миллиардов куб/м. Напомним, в Украине введен 5-дневный план по экономии газа из-за холодов и снижения давления в ГТС со стороны России. В Украине возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 миллионов кубометров. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта news.com.